Даже в век цифровых технологий библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина удается оставаться актуальной. Это и храм знаний в привычном для всех понимании, и мультимедийное пространство, отвечающее всем требованиям современного читателя. И просто тихий уголок, где каждый может получить живой отклик на интересующие вопросы. Сюда сейчас приходят люди в первую очередь для общения, а его мы стараемся делать именно необычным, интересным, но, конечно же, на основе книги, на основе чтения это общение происходит. Сюда приходят за каким, для того, чтобы поучаствовать в чем-то интересном, попробовать реализовать себя. У современных маленьких читателей большой выбор источников информации. Это и бумажные, и электронные книги, читать которые можно и на стационарном компьютере, и на смартфоне. И многие родители задаются вопросом, какой формат более приемлем. Для детей, конечно, правильнее читать живые книги. Но мы понимаем, что сейчас такое время, когда мы не можем говорить о том, что надо читать только живые книги, а не читать, например, в интернете. То есть здесь сейчас позиция библиотеки, что неважно, какую книгу вы читаете, электронную или бумажную, самое главное, о чем в этой книге говорится, ее содержание. Несмотря на то, что скоро лето, пора отпусков и каникул, сотрудники библиотеки имени Пушкина уже начали подготовку к мероприятиям, в которых может принять участие каждый желающий. В этом году мы тоже подготовили для наших читателей летнюю программу, но мы сменили ее название, и мы теперь готовы будем встречать наших читателей в Библионии. Мы будем вместе с ними рассказывать всевозможные невероятно интересные истории, погружаться в эти истории. Со всеми новостями о предстоящих мероприятиях вы можете ознакомиться на сайте библиотеки. Евгений Зыбин, Евгения Шевцова, служба новостей Саров-24.